В литературную среду нашего города я попала не сразу. Я начала сначала публиковаться в интернете. Это в 2014 году у меня появилась группа в соцсетях, я начала в стихах публиковаться, о чем говорили. И публикация в интернете повлекли на собой такое интересное явление. Ко мне стали обращаться люди, чтобы написать стихи на заказ. И были очень интересные заказы, то есть не только там поздравления, какие-то признания в любви. А однажды ко мне обратился Национальный антинаркотический союз с просьбой написать для них песни. Расскажу немного об этом союзе. Они занимаются тем, что помогают людям с наркотической зависимостью вылечиться, реабилитироваться. И эта организация очень крупная, их поддерживают и первые лица страны, там Лавров, например, приходит на их мероприятия, медийные личности также ведут какие-то фестивали. И они проводят эти фестивали как раз музыкальные, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, к своей организации, чтобы люди, столкнувшиеся с зависимостью, знали, что им могут помочь. И они заказывали у меня песни, это были переделки песен каких-то уже известных композиций, я писала для них стихи. И сейчас я предлагаю послушать песню, она называется «Ангел». Оригинал этой песни, я думаю, все знают, это мой друг художник и поэт. А стихи написала я, они посвящены родителям, которые помогают своим детям преодолеть зависимость. А, давай следующий слайд, там у нас информация есть. Исполнит ее, ну мы сами представим себе. Дорогие друзья, я уверена, что здесь собрались одни друзья. Сегодня замечательный день, это он войдет в историю, я уверена, города Саратова и вообще всей России. Сегодня первый творческий вечер такого замечательного поэта, как Дарья Татарчук. А я знакома с Дарьей недавно, мы познакомились, когда выступали и собирались, и ехали в Белоруссию на международный фестиваль «Антигитрия». Это случилось в этом году, летом этого года. Вот. И помимо того, что у нее замечательный стихи, она сама замечательный человек. И вот именно для этого человека мы здесь присутствуем. Кристина Щербакова, учащаяся детской школы искусств поселка Новопушкинская Энгельского района, где я являюсь преподавателем, ученица моего класса, выпускница нашей школы. И вот мы приехали с Энгельского района, с поселка Новопушкинская, чтобы быть рядом с Дарьей Татарчук. Но это еще не все. Я хочу подарить Дарье на память свой диск, где я пою 12 песен и романсов, в том числе здесь есть авторские произведения. Пусть слушаете, набираетесь энергии, чтобы у вас все было хорошо. И успехов дальнейших, и не останавливаться на этом. Ну а сейчас прозвучит песня, про которую даже уже сказала. Это песня-переделка, называется она «Ангел», стихи Дарьи Татарчук. Ангел, смотри на меня с улыбкой грустной на губах. Мою любовь он пробудил, оставив в прошлом боль и страх. Я жил на дне средь адских мук, надежда гасла, как свеча. Моя любовь навек сменила палача. Я жил от мира за стеной и вел тогда неравный бой, но ангел слов открыл мне, позвав меня лететь с собой. Я год за годом угнетал все то, что Бог мне в жизни дал, и смерть была ко мне в пути. Мой ангел смог меня спасти, мой ангел смог меня спасти, пролив чудесный свет во тьму. Моя любовь всем существом рвала струну. Я начал жить, и день за днем горело прошлое огнем. Моя любовь рождала силы на подъем. Я видел новые цвета, исчез весь мрак и пустота, и боль отпрянула назад. Для счастья больше нет преград. Я ангела благодарю,
меня